Всем привет, я Скиф, это Don't Starve Together с бескомпромиссной модификацией. И, в общем-то, я нахожусь на острове у бабульки. Бабулька, правда, сныкалась, я тут пытался порыбачить, и пока что как-то не особо задалось. Рыбы нет в округе. Ну а так как кушать хочется, надо готовить водоросли. И в этой модификации вроде с ними особо ничего не делали. Жареные они снижают рассудок, не так критично, неприятно, конечно, но не критично. Поэтому давай обжарим и зарубеним. По крайней мере, сытость я восполню в некотором объеме. И, конечно же, меня донимает аллергия. О, еще теперь рассудка мало. А, на 40% тут теперь, ну, на 40 рассудка придут кошмары, да? Ну, как придут? Пришел. Ладно, бабулька, подожди. Мне тут надо слегка с кошмаром разобраться. Бигейл мне в этом, к сожалению, абсолютно точно не помощница. Ау! Ё-моё, почему вас так много? Как бы вопрос интересный. Мне бы брони. И все бы нафиг не выплевывать. Жесть! Что творится? Еще и пчелы тут летают. Так, обегел, шатать. Блин, мне этот придурок мешает добить того кошмара, и по итогу приходится бегать. А, придется тебя по итогу первым бить. Если получится, у меня рассудок-то продолжает проседать. И вот это, конечно, уже проблемка. Поел, конечно, водорослей. Проверяй. Блин, у меня еще урона особо-то и нет. И почему-то кошмара слишком дофига приволоклось сходу. И брони нет, и некогда ее сейчас делать особо-то. Такая себе история. Блин, ты сдохнешь сегодня, нет? Хотя бы ты один. Так, одного еле убил. И вроде бы рассудок в норме. Теперь единственное, что я пока бегал, тут чихал. И всякое раскидалось. Так, бабулька стоять бояться. Ты со мной совсем-совсем не хочешь взаимодействовать? У меня как бы баночка для тебя. Походу нет, а должна же по идее обменивать базово стандартно. Что-то ни черта не обменивает. Ну, для этого не обязательно домик ее чинить. Может, хотя бы что-то надо для нее сделать? Блин, а что для нее сделать? А, неловко вышло. По факту надо уплывать. Я надеюсь, эти кошмары по воде не умеют бегать. Не умеют бегать, проверяй. Прям на плоту и спавнится. Лол. Тихо-тихо. А, нормально, так даже проще с ним справляться. Главное теперь нафиг не разбиться. Якорь я поднял. Ну и, конечно, будем чихать. С рассудком беда, с голодом беда, поэтому надо уплывать от старушки. Хотелось немножко с ней каким-то бизнесом позаниматься, но не судьба. Ё-моё. Ты что такое? А, это минус я. Здрасте. Ёб твою! Не, ну у меня, конечно, амулетик есть. Реснимся. Чупакабра улетит. Зашибись. Эта неведомая тварь прилетела. Зато плот с трупиком. Все по канону. Так, и надо бы, наверное, чуток повернуть в эту сторону. И главное еще вовремя пришвартоваться. Все, супер. Уходим нафиг. С кошмарами, я так понял, здесь лучше не ссориться. Себе дороже. И у меня тут еще в инвентаре теперь бардак. Ну и, конечно, этот кашель. Это чихота. Чихание меня, конечно же, доконает. Так, топливо я вроде не все собрал. Подожди, а этих рыбок можно поймать? Вы среагируете?
Может, семечку хотя бы на этот, на крючок. Тогда среагируют. Что так они плевать хотели. А давай с семечкой. Ладно, погнали. Проще по дороге что-нибудь найти. Наконец-то закончился дурацкий дождик. Можно накинуть темошентер. И, по крайней мере, рассудок восстанавливать. Ну и вообще надо носить, конечно, газовую маску. Потому что чихать не круто. Блин, еще и ночь. В принципе, шахтерская каска есть, поэтому побежали на базу скорее уже. И, кстати, водоросли же крутая тема. Их можно приспокойненько вот тут высадить. И собирать по необходимости. Использовать как пищу, либо же сушить. И использовать в качестве восполнения рассудка. Они, их не требуется ни удобрять, ни за ними следить. И их чума не это не трогает. В общем, офигенная штука. Сплошной профит от водорослей. Ну а мне в целом надо бы поспать, наверное. Что у меня тут по идее есть, что? Ну, что есть, конечно. Так, вот мяско сушеное. На тефтельке, да? Давай сейчас еще вот это мяско соберем. Тоже закинем холодос. И новое развесим, и тогда, наверное, в палатку. Ну, в палатку. В тент, или как он там. Навес для сиесты. Его будем использовать. Да, тут тефтельки отлично получатся. Давай одни прям сходу рубанем. И можно почилить, полежать. Заодно рассудок подапать и хп восстановить. Блин, полностью израсходовалась, к сожалению, вся эта история. Но зато я отхилился и восполнил рассудок, который теперь можно попросаживать. Ну и там, конечно, летучие мыши, которые меня уже успели конкретно так достать. Поэтому, Абигейл, разберись. Ну и само собой, я, кстати, забыл мясо развесить. У меня тут немножечко есть. Поэтому давай вывесим. Сушеное мясо монстра нам точно пригодится. Блин, эти летучие... А сколько вас тут? Откуда столько? Да в смысле? Она только что их убивала, их... Они там что, бесконечно плодятся? Вообще, в этой модификации есть проблемки с балансом. Типа, усложнение это, конечно, клево, но... всему свой предел должен быть. Меня летучие мыши-то в обычной версии задалбливают своим существованием. Здесь так это вообще выведено на качественно новый уровень. Что не очень-то радует. А еще у меня шахтерская каска практически села. Здесь под землей есть совсем рядом лампочки. Только почему они сейчас 4% дают? Они, типа, мокрые считаются. Можно мне сухих лампочек где-нибудь добыть? Ну-ка, давай отбежим. Так, ну вот она хотя бы засветилась. Вдруг это как-то повлияет. Да нет. А чё вы мокрые-то внезапно? Так, ну это покрыто влагой тоже, да? Это тоже 4%. Давай отсюда немножечко отбежим. И, возможно, поодаль есть те лампочки, что не покрыты влагой. Да, зараза. Серьезно? Вообще все покрыто влагой. Мда. Ну окей, они покрыты влагой. Ну блин, должен существовать тогда способ, как с этим бороться. Пока что единственный способ собрать просто овер дофига лампочек и затыкать долбаную шапку. Ладно, свалим им тогда отсюда. Ну и кстати, в комментариях говорили о том, что скорее всего там следы от мишки-то уже должны были исчезнуть. Надо сходить, проверить, убедиться лично в этом. Хотя что мне это даст? Ну там можно будет лес беспрепятственно собрать. Потому что я его там точно не весь собрал. И судя по всему, да, тут нет следов деятельности мишки. Можно спокойненько так бегать, собирать древесинку. На карте оно, конечно, еще отображается. Но надо просто пробежаться, чтобы это все дело обновилось. И тогда сразу видно, что ни черта тут уже и нет. То есть, ну по факту это следы от муравьиного льва, да? Они примерно через такое же время, либо ровно уже через такое же время и исчезают, как и его. Еще, кстати, писали про какие-то маньячные кусты, хочется на них посмотреть. Мол, типа, выкапывай, но бойся. Но тут не маньячный куст. Можно в целом пособирать на самом деле.
И почекать, есть ли тут именно что маньячные. Вот этот как-то подозрительно выглядит. На самом деле самый обычный. Так, ну если что, у меня есть деревянная броня. Если что, двигаться надо в противоположную сторону. На всякий случай, тем не менее, перевел Абигейл в боевое состояние. Давай, страхуй меня. Так, это тоже просто куст. Где-то должен быть не просто куст. Я думал, с моим везением это примерно первый попавшийся куст, но не тут-то было. Тогда, возможно, этот куст? Ну-ка. Да вы прикалываетесь. Или этот куст? Да что такое? Абигейл уже успела вырасти. Ну-ка. Да что такое? А сейчас? Абигейл, нет! Лусенка не... Ай-яй-яй-яй. Тихо-тихо-тихо. Ты не жалуйся никому. А, жди! А, не, жди, нажаловалась. Ах ты ж тварь. Да, вон мать их прилетела. Не, гусыню мы уже шатали, ну бы тебя нафиг. Я тут как бы кусты ищу. Там вроде как должен быть некий куст мимик. Но чё-то как-то не прёт мне на них. Здесь сгнивший, блин, куст. Может, ты мимик? Может, там какие-то должны быть условия для его появления? Может, недостаточно просто выкапывать кусты? Или куст обязательно должен быть без ягод? Да нет, пофиг. Не, если понадобится, прям вообще все кусты выкопаю. Пока что мне это неплохо получается, прям все кусты выкапывать. Но никто не призывается, блин, обидно. Потому что этот куст мы в этой модификации не видели. И походу с моим везением не увидим. У меня еще успел рассудок просесть, поэтому не мешало бы цветочки пособирать. Ради того, чтобы этот самый рассудок отапать, вон там еще один кустик. Но не факт, что это куст убийца. Опа, гусыня. Вот это поворот. Но уже одна гусыня прилетала. Тут типа мало того, что они спавнятся на местах, они еще периодически решают прилетать. Давай тогда отбежим в сторонку. А, блин, аллергия. Вот так вот и пойти вот в это время года на ту же Dragonfly драться. И вот с этой аллергией ничего хорошего из этого может и не выйти. Так, ну она все ближе. Так, это может плохо закончиться. Венди начинает что-то подозревать. Я уже тоже начинаю подозревать после 10-го-то крика. Где-то она должна приземлиться. Я их... О. Ну ты без лусят, правильно? Нафиг ты нужна. Просто сваливаем. Я вообще кусты ищу, ничего не знаю. Но кустик. Обычный кустик. Блин, сколько кустов тут надо выкопать? Там, наверное, некий шанс есть на появление. Но что-то этот шанс ни черта не работает. А из гнивших кустов ничего не выпадает. Ну-кас. Да блин, ну блин, ну серьезно! Я уже до черта выкопал. Тут до сих пор лягухи тусуются, про которых я напрочь забыл. Блин, тут кусты рядом с этими лягухами те сгнили. Там еще вон парочка кустов есть. Попробовать их выкопать. Ну, не получится заспавнить, так не получится, что поделать. Хотелось посмотреть на эту тварь. Ну, пока шансы еще есть, мизерные на ее призыв. Тут сразу три куста, ну-ка, раз. Не, ну камон. Может, уменьшили этот шанс или, в принципе, убрали? Потому что ни черта никто не появляется. Как бы я ни старался. Ну и, конечно, псы-собаки решили воспользоваться моментом, когда я еще поднамокаю из-за того, что глазонтик не 75% прочности, а все, что ниже 75% начинает пропускать влагу. Я начинаю намокать. Ну, по крайней мере, ночь. Блин, они под утро придут. Плохо. Придется биться с ними, что поделать. 120-й день, там максимальное количество, по идее, тварей этих прибежит. Ну давай, Абигейл, пока ночь, твою мать. Справляйся, пожалуйста. О, грибы. Опа, идеально. Так, я тут как бы между делом для массовки, не трогайте меня.
Отлично. Не, ну Абигейл, конечно, сильная. Даже в дневное время может накидать врагам. И, кстати, если так-то подумать, то мне по факту везет, что я не встречаю кустов-то этих хищных. Но с другой стороны, мне наоборот надо, чтобы не повезло, а мне везет. А надо, чтобы не везло. Короче, какое-то везучее невезение. И по ходу пьесы мы не увидим этот чудесный куст. Но в целом, давай еще вот тот кустик попробуем. Здесь вот вдруг есть. Да нет, нифига. Я хз, что с этой системой не так. Либо со мной. В целом, я думаю, на этом можно закончить наше знакомство с данной модификацией. Модификация еще находится, ну, как бы в разработке. Тут многие моменты надо еще подулучшить. Ну, концептуально идея классная. Реализация местами хромает, кое-где надо баланс подкрутить, кое-где еще чего-нибудь. Но в целом, я думаю, к этой модификации можно будет вернуться там спустя сколько-то месяцев, я не знаю. Посмотрим. Буду следить за ней. Потому что в целом, да, повторюсь, концептуально очень прикольно. Но не без шероховатостей. На этом же всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось. И всем всего хорошего. Пока-пока.